у нее Porsche Cayenne, говорит, что купила сама. В 23 заработать Cayenne — это надо уметь. Подарили, наверное, мне намекнули друзья. Я и сам понимаю, но верить в такое не сметь. У нее очень стройные ноги, красивая грудь. Я надеюсь, что это не подвиг великих врачей. Ну а если она и прошла силиконовый путь, все равно ее милая внешность осталась при ней. Я пошел напролом, я весь вечер читал ей стихи, пел куплеты о жизни, о том, что такое судьба. А она вдруг сказала: ты мне телефон подари. Мой украли, а деньги на шубу потратила я. Мне казалось, что я потерялся и падаю вниз. Мне казалось, что слышал я сердце неистовый стук. Телефон — это мелочь, но очень понятный каприз. Сколько было подобных приколов у разных подруг. У нее Porsche Cayenne в 23 — это тоже успех. В 23 я копил на «Жигуль» и не смог накопить. Я смотрел ей в глаза и читал в них послание для тех, кто готов покупать даже то, что непросто купить.